Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на сервере Алмаз Ролеплей. Сегодня у нас будет обзор этого сервера, я играю без нотпака, потому что, ну, почему-то я не смог установить здесь бонус 10 миллионов, и у меня почему-то донатик есть, кстати, я не знаю откуда, я только что донат прописал, так, а ну сколько у меня доната? Ух, нихуя себе, серьезно, я не знал откуда у меня донат. Так, игровой, так, покупка привилегий, VIP-статус можно купить, увеличение инвентаря плюс 1 килограмм. Приобрести все навыки боя. Вот это будет полезно кому-то пиздов дать. Поэтому сейчас мы направляемся, не знаю куда на самом деле, но давайте посмотрим, что есть на данном сервере. Мне вот дали вот такой мотоцикл, потому что пока что они скутеры не поставили на спауне, но думаю, на момент записи, на момент, когда вы сможете, уже, точнее, их поставили, должны были поставить. Сервак недавно открылся, онлайн еще нету. Поэтому давайте это исправим. А я сейчас покатаюсь, посмотрю, что здесь есть. Так, это ОПГшка какая-то или что? Скорее всего, да, это какая-то ОПГшка, наверное. Так, это 24/7 у нас есть. Окей, так. Оно по ГОСТу стоит, но мы его покупать, конечно же, не будем. Да, я хочу войти. Но, возможно, сегодня какой-то бизнес купим. Дорогой какой-то бизнес. Так, фотоаппарат, часы. Нет, тут не нужно покупать, да, походу, типа, телефон, он сразу вам дается, да? Ну ладно, я думал себе какой-то блатной номер занять, но, увы, не получилось. Давайте теперь поедем, посмотрим, что у нас еще за бизнес есть. Это у нас казино. Стоит оно, сколько, 10 лямов стоит? Серьезно, стоп. Стоп. Да, по-моему, 10 лямов у нас стоит. Бля, ну, я думаю, самый лучший варик будет это купить казино, пацаны. Так, информация. Получение робовалюты. Давайте перейдем 500 кредитов, допустим. Вот у нас 1,5 лям. Давайте его купим, короче, этот бизнес. Бубис, или как это, Бу. Все, я купил себе казино, пацаны. Купил себе казино бизнес. Сейчас бы себе казино бизнес купить, пацаны. Нормально вообще? Это нормально. Давайте сделаем, кстати, посмотрим, что это за интерьер. Блять, я себе купил бизнес-казино, пацаны, блять. Это охуенно. Честно, у меня никогда нигде не было казино, даже на маленьких проектах. И вот я купил себе казино. Блин, это круто. Собственное казино, пацаны. Ай, класс. Так, как там? Б-панель, наверное. Да, информация о бизнесе. Владелец казино. Блин, это просто топчик. На счету бизнеса 62 рубля. На этом часу заработано 0. Стоимость бизнеса 10 миллионов. Товаров мало. Давайте товары завезем, наверное. Открыть бизнес. Установить цену за товары. Установить цену за вход. Давайте вход сделаем 5000. А, ну 1000 сделаем, ладно. Установить цену за вход. Все равно, ну, как бы здесь бонус, я думаю. Так, стоп. Я, по-моему, 100 рублей поставил. Косарик поставим, такой будет прибыльно идти. Так, продать бизнес, заказать продукты. У нас сколько продуктов? Давайте 1000 завезем. Все. Так. Теперь у нас... А, нам нужно... Давайте 48900 закажем. 48900. И теперь у нас фулл. Теперь у нас фулл. Так, лицензию на бизнес надо купить. Статус открыт. Время простое, крыша отсутствует. Все, давайте потом погнали за лицензиями. Хотя мы можем купить лицензию. Хотя я не знаю, где купить лицензию на бизнес, но сейчас мы ее найдем. Кстати, напоминаю, что я болею, пацаны, поэтому извините за свой голос. Ну, по-другому никак. Давайте админа спросим, где можно купить лицензию на бизнес. Так. Где можно купить лицензию на бизнес? Я просто реально не знаю, где можно ее купить. Но можно в GPS пробить. Так, кстати, видите, здесь все бизнесы по ГОСТу, поэтому советую вам, пацаны, забегать и покупать бизнесы. Потому что, блин, это круто. Так, давайте я пробью по GPS. Основные места. Мэрия города Арзамас, автошкола. Двухзал площади номеров, спортзал, военкомат, ЗАГС, бизнес-центр.
Евросеть авто... Так, мобильник магазин. Новостройкино. Универмаг. Ломбард Арзамаса. По работе. Государственные организации. Нелегальные организации. Так, в Арзамасе вроде... Давайте... Да, покажите, пожалуйста. Давайте напишем. Просто я не знаю, где там Арзамасы не могут быть. Но админ бы мне очень даже помог. И вот магазин оружия стоит 800 тысяч, можете его купить себе. Тем более возле спавна, я думаю, будет пользоваться спросом. Эти 100 по ГОСТу стоит, интересно. Блин, был грех не казик. Ну, казик не взять был бы грех, по мне, я думаю. А вот и 100, да, 450 тысяч по ГОСТу стоит, пацаны. Все бизнесы по ГОСТу стоят. Серьезно, я советую вам зайти и купить себе хороший бизнес, пока они все не заняты. Потому что... Бонус есть, как бы, вы заходите и сразу же можете себе купить бизнес. О, даже вот здесь, видите, бизнес, это тоже рабочий, типа. Не, ну прикольно сделали, что тоже вот здесь такая парковочка есть. О, подарки есть еще. Лол. Что-то подарочки, это хорошо. Так, давайте пробуем взять. И, ага, у вас уже есть один подарок. Окей. У вас же есть один подарок. Но их, по-моему, надо несколько подарков. Ну, блин, было бы круто, если бы сразу давали, типа, что-то с подарка, так интересней. Блин, я уже пытался перепрыгнуть, короче, все-таки мне удалось это сделать. Так, тут дом есть. Это хорошо. Я как раз туда хотел поехать, чтобы купить себе дом. Кстати, вот этот дом хороший, блин, с гаражом. Так, может, сейчас его и купим. Заглянуть, что тут еще есть. Тоже неплохой домик. Так, меня ты пэхнул админ, короче, вот где лицензии продаются на бизнес. Большому спасибо, что меня ты пэхнул. Это место такое необычное. Ух ты, блин, тут окна выходят даже на улицу. Кстати, дом тот еще нужен. Типа бутылки что-то закнулся я. Ну ладно, ничего страшного. Блин, вот лицензия на бизнес купить. Все, я купил себе лицуху, теперь у меня бизнес точно не слетит. Можете потом мне... Блин, вот охуенно просто. Смотрите, что с окна можно. Вот не раз триеры такие, что с окна типа можно смотреть. Это охуенно просто. Это реально просто охуенно. Но мы давайте поедем в Горель все-таки и купим себе там домик. Извиняюсь, что видосы недолгие получаются, потому что я реально болею, пацаны. У меня горло сильно болит, у меня температура, у меня насморк. И буквально я не вывожу долго видосы снимать. Ну а про стримы я вообще молчу. Хотя, блин, хотел бы на своем серваке постримить, но, увы, мне довольно-таки хреново. А, кстати, вот здесь, походу, автосалон находится. Давайте посмотрим. Видимо, он здесь и находится, кстати. Так, ну, у нас модпака нету, к сожалению. Он есть у них, но я не смог почему-то его скачать. Поэтому мы сейчас купим себе какую-то, не знаю, машинку, может, мотоцикл, квадроцикл и так далее. Кстати, я бы себе хотел, ну, купить вот такой мотоцикл. Так. 170. Ой, какой там цвет был, я уже забыл. 9 0. Ба, я уже цвета позабывал. А вот такой, давайте его и купим. Я давно хотел мотоцикл купить, серьезно, еще очень давно хотел купить. О, это просто кайф, блин, я так хотел дома покататься на таком мотоцикле, и мы себе его купили, короче, байкерский мотоцикл. Это просто круто. Сейчас мы его припаркуем возле своего дома. Только нам нужно его сначала купить. Ну, серьезно, я люблю мотики, я на Ямахе люблю покататься на своей, на Мазинге. Ебать, ебать. Вот это угла он держит, блядь. Ну, это нормально. Если бы еще его заменить на какой-то охуенный, хотя, возможно, модпаки у них он не заменен. Я просто не видел еще. Вы мне как раз и напишите, заменен он на модпаке у них или нет. Потому что у меня почему-то ошибку убивают, типа... Наверное, из-за того, что у меня... Я в Украине живу и... Ну, сами понимаете, да? Кто в Украине живет, то, думаю, знает, что это за прикол у нас. Так, чипон чуть неровно стоит, но это ничего страшного. Так, мне как-то чуть лома бежать. Давайте по полечку быстро проедем. Думаю, нам за это ничего не сделают. Надеюсь. Так, давайте по болику сейчас проедем до нашего домика будущего. Я думаю, все-таки вот этот дом купить. Потому что никогда у меня его не было. И думаю, это будет очень круто. Так.
дали. Все, я его купил. Я просто забыл, что тут мотоцикл типа пропадает, да? Да, тут мотик пропадает. Давайте туда заглянем, что у нас в доме здесь есть. Да, вот с виду такой себе, но самый плюс это гараж, типа такой. Так, открываем дом, пишем хэ-меню. Улучшение дома, автоматические двери. Я уже это помню, все. Так, внутри, в принципе, стандартный, я уже такой видел. Интерьер. Я ошибаюсь. А, нет, здесь почти нету, блин. Ну ладно. Чуть другой интерьер, ну ладно. Все равно прикольный такой. Ладно, давайте добежим до Нашана, судя по всему, да? Финт, кар. Один. И где теперь мой транспорт? Да, на Нашане. Давайте я добегу, заберу его и уже тогда продолжим. Хотя стопэ, пацаны, я подарочек еще один нашел. Я еще один подарочек нашел. Это круто. Ну, видите, я вам чуть показал подарочков, а вы уже остальные будете сами искать. И напишите мне в комментариях еще, где они есть. Я, может, зайду тоже пособираю как раз. И посмотрим, что нам выпадет. Потому что я не знаю, вот если все подарки собрать, что же там такое выпадет. Я вот серьезно не знаю, никогда так не собирал. Вот. Конечно, круто, когда сразу все упадает, но когда тоже какая-то загадка есть, то, что ты не знаешь, что тебе выпадет, это тоже прикольно. Так, я вспомнил, что нам осталась всего лишь одна вещь, чтобы все было охуенно. Смотрите, бизнес у нас есть, казино самый охуенный бизнес. Потом, дом у нас есть, транспорт у нас есть, это мотоцикл. Осталось что? Да, прикид, пацаны, осталось купить себе прикид под наш стиль автотранспорта. Я думаю, это будет круто. Блин, честно, хотел бы посмотреть модпак, но напишите вы потом мне в комментариях, как же он выглядит, этот модпак. Потому что мне тоже интересно, но, к сожалению, не могу установить. Мне что-то ошибку пишет. И все. Но вы, я думаю, мне с радостью напишите. Либо просто напишите. Ну, вы поняли, короче. Так, а где у нас... Стоп, я запутался. А, надо дома платить и надо прикид купить. Точно. Так, а тут банк у нас, скорее всего, не работает или работает. Давайте посмотрим. Хотя, я думаю, скорее всего, он не работает, да. Тогда поедем в тот банк именно. Я думаю, он точно работает. И где-то здесь должен быть магазин одежды 100%, я думаю. Где-то вот здесь, наверное, да? Нет, здесь нету. Блин, я не знаю, где он должен, может быть. Блин, так как вы едете свое казино. Ох, да. Казино. Так, скорее всего, кстати, банк находится в Батырево. И магазин одежды тоже. Что-то мне так подсказывает моя интуиция, поэтому поехали туда. Кстати, возможно, я ошибаюсь, и банк находится вообще в Арзамасе. Но давайте съездим в Батырево, возможно, там хотя бы есть магазин одежды. Кстати, вон еще один подарок. И вон еще один подарок. Только я хз, как их забрать. Блин, а как до них допрыгнуть, а? Видите, два подарка лежит. Я честно без понятия, как до них достать. Но вы попробуйте достать, я вам показал. Видите, вот еще два подарочка есть. Конечно, их расположение такое себе. Но их тут реально два. Ну, на чем-то, думаю, можно же здесь. Может, парашют какой-то, либо лодка. Не знаю, пацаны, я не знаю, как их достать, но вертолет может, есть аренда вертолетов, я не знаю, серьезно. Так, это у нас что здесь вообще? Непонятно, ладно, поехали дальше. Посмотрим. Нам нужен банк и... Вон еще один подарок, кстати. Блин, а как я... Блин, как их... Че так высоко поставили? Я не знаю, как их достать. Серьезно, блин. Ну, видите, я уже вам еще подарков показал. Теперь вам осталось их собрать. Ух ты, это дом прикольненький, я купил его. Но лучше его покупать. Так, я запутался, давайте сюда заедем. А вон магазин одежды. Это хорошо. Магазин одежды или дальше? Не дальше, дальше. Дальше. Банк у нас здесь не работает, да? Нет, я тогда не знаю, где здесь банк, но магазин одежды я нашел.
Банк, наверное, вообще в разомасе, судя по всему. Так, магазин одежды может тоже купить. Бизнес у домов, да хрена, потому что сильно да открылся и все в основном поход стоит. Так, давайте самые дорогие скины посмотрим. Во. Вот это то, что надо. Так, выбрать. Вот это то, что надо. Мой скинец любимый. Ганстера. Так, теперь берем свою бричку вот эту и поехали. Все, теперь вот то, что надо. Теперь осталось в банк заехать, дом оплатить. Сейчас я один раз спрошу тогда, где банк находится. Так, вопрос. Где находится банк? Админ вообще есть на сервере? Нет, видимо, нету. Ну ладно, тогда будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side, I looked in the mirror, I said man I'm alright, little did I know I'd be crying all night, cause I was from the city.